Эта выставка показывает, насколько мы большие и сильные. Вот он, уже, наверное, всем знакомый наш Белгородский край. С высокими меловыми горами, с широкими полями. А в общем, Белгород – это зеленое будущее с помощью вот таких высоких технологий. Одна из самых популярных, наверное, активностей на белгородском стенде – это посткроссинг. Каждый может подписать вот такую открытку с Белгородом и отправить своим родным и близким приятный сюрприз с ВДНХ. Буквально за пару дней свои открыточки отправили уже более 3000 человек. Так давайте мы тоже. Хочется пожелать, чтобы люди оставались такими же добрыми, такими же... Главное – это взаимоотношения между людьми, потому что сейчас очень сильно все грустят, все такие ходят, просто улыбайтесь друг другу. Это самое главное. Вы смотрите, какая красота, это деревья, это свежий воздух. Поэтому самое главное – это просто с улыбкой идти, любить друг друга, уважать друг друга. От всей души хочу пожелать развития, не останавливаться на достигнутом, чтобы все задуманные планы реализовались. Хорошими темпами идет, чтобы они не сбавлялись. Это очень перспективный город, в котором многое что впереди, и он может спокойно стать на уровень Москвы, Санкт-Петербурга и других самых больших городов России. Только здоровья вам пожелать и еще новаторства. Мирного неба над головой. Любви. Благополучия, уютной жизни. Спокойствия, мира. Больших урожаев. Добра. И хорошей погоды. И богатства. Всего вам доброго, самого хорошего. Главное, желаю всем здоровья и мирного неба. Всего самого-самого доброго. Все у нас будет хорошо, у нас будет всегда вот так праздник. Так что удачи вам, ребята. Я уверен, что вам обязательно захочется вернуться в Белгород, а возможно остаться здесь навсегда. Едем в Белгород. Приедем. Мы обязательно приедем в Белгород и в Белгородскую область. Спасибо.